Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Тема нашего урока – письменное деление на двухзначное число. У Саши было 56 рублей. Цена мороженого топтышка – 14 рублей. Сколько порций мороженого он может купить? Чтобы ответить на вопрос этой задачи, мы 56 разделим по 14. Получится 4. 4 порции мороженого может купить Саша. Для того, чтобы ответить на вопрос этой задачи, для того, чтобы решить данный пример, мы должны использовать способ подбора. 14 умножаем на 2, 28. 14 умножаем на 3, 42. 14 умножаем на 4, 56. Это нам подходит. Сегодня мы будем с вами знакомиться с письменным приемом деления на двузначное число методом подбора частного. То есть, если раньше мы решали, делили на двузначное число методом подбора, используя устный прием, то теперь мы будем использовать письменный прием. По-другому деление в столбик. 492 нам нужно разделить на 82. У нас будет все неполное делимое, все делимое. 492 сразу будем использовать. И подбираем методом подбора. То есть 82 умножаем на 2, на 3, на 4, на 5. И когда мы умножили на 6, у нас получилось 492. Пишем в ответ 6. 492 минус 492 равно 0. Если 492 разделить на 82, это получается 6 и остаток 0. 384 разделим на 96. Сначала мы 96 умножим на 2. Нам это не подходит. Умножим на 3. Нам это не подходит. И умножим на 4. 6 на 4, 24, 4 пишем, 2 запоминаем. 9 на 4, 36 плюс 2, 38. Как раз получается 384. Значит, пишем в ответ 4. 380 минус 384 получается 0. 384 разделить на 96 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.